ванны Клеопатры. Вода в термальных источниках 36 или 38 градусов. Дно завалено камнями, потому что эта местность пережила одно землетрясение, второе, третье, прям множество. Два раза восстанавливали, на третий раз решили, все, пускай так оно и будет. Да. Очередь тут, поэтому быстренько попросилась, попозировала. Рекомендуется здесь купаться час 15, полтора часа, может быть, не больше. Мы провели около часа, пойдем теперь в другое место. Ну, у меня самые прекрасные впечатления. Сейчас спросим еще Оксана. Ну, прекрасно покупались. Помокли в ванне Клеопатры. Неизвестно, правда, была ли тут Клеопатра. Ну, 36 градусов как бы долго не выдержишь. Приходится вставать, чтобы ветерок тебя обдул, немножко да. Остывать. Да. И опять найти в воду. Пенек. Угу. Да, вот здесь недалеко развалины, немножко восстановленные старинного театра. После ванны Клеопатры мы проголодались. Взяли на двоих вот такую штуку за 17 долларов. Цветущие деревья, плавающие люди, затопленные мраморные колонны. Сосны, пальмы. Отпуск, короче, наш.